Юра, не убрал. Кричат, говорят, воняет, это мы не можем зайти. Воняет, воняет. А не убрал я. Блядь, ну... Сейчас где капает? У тебя по стояку я не могу понять, где капает оно, блядь. Сейчас уберу, не знаю я. Все было нормально, а это капать. А ну ванной можно? А пожалуйста. А свет ключи есть? Есть. Бля, откуда просто капает? Я не могу понять тебя, понимаешь? А может быть не от меня? Так, как? От тебя же отсюда, вот я же говорю, отсюда капает. Я тебя стучу с утра. Говорю, Костя, Костя, говорю, ну открой же ты. По электрике же капает. Если бы не по электрике капало, я бы тебе ничего не говорил бы, понимаешь? Блядь, тут на кухне. Ну не капало все время, а это капать надо. Ну вот, я же говорю, вот, начало вот, как два дня, вот эти вот очень жестко капать. Юра, ну, сейчас буду убирать. Да не, ну тут не капает внизу. Блять, вот тут-то вот бы убрал бы ты и посмотрели бы просто, как оно, что там оно происходит. Юра, сейчас я уберу. Ой, он пожалуйста, не заглянули, говорит. Ну понятно, для них это, ну понятно, что ну как, ну они, ну говорят, ну просто. А мне ковыряют. Ну они же видишь какие, ну они же тоже как бы, ну... Дядь Гость, ты дома скажи мне, пожалуйста, чтобы, если что, мы дождемся, ну через минут 15 зайдем, убери, пожалуйста, хоть как-нибудь. Через полчаса. Да. Хорошо, через полчаса. Это там пиздец, ребята, вы не понимаете. Там до кухни вы не зашли. Ебать. Фу, это пиздец. Ребята, вы на кухню не зашли.